Эй, меня зовут Ваня, привет! Многие из вас, наверное, видели фото человека во рту с сигаретой. Типа это красиво, модно, стильно. Все бы ничего, если бы этот человек не говорил, что он не курит. А сигарету он держал ради фото. А теперь найдите смысл. Сигарета – это не Бентли, чтобы украшать фото. Это табак, который при постоянном его употреблении сокращает жизнь человека. И не только того, кто курит сигарету, но и всех окружающих рядом. А пассивное курение вреднее, чем само курение. Если вы курите, то, пожалуйста, курите. Можете фотографироваться с сигаретой, только при мне не надо. Ну а если вы не курите, то не надо фотографироваться с табачным изделиями, с дымом и говорить, что это ради фото, такая задумка, так прикольно, классно, красиво. Нет, это совсем не прикольно и некрасиво. Это убого и ужасно. Потому что фото определяет человека и показывает, чем он увлекается и занимается. Ведь незнакомые люди узнают вас по фото. Я никогда не курил и вам не советую, тем более большая часть моей аудитории дети, а людям до 18 лет вообще запрещено курить, иначе вас могут увести в полицию. Занимайтесь спортом, читайте книги, только не сектантские. Ведите активный образ жизни, поменьше сидите в интернете, но если только смотреть мои видео, то можно. Не забываем голосовать в вопросе про сходку в Питере. Если кто еще не в курсе, то в Питере 8 августа на Дворцовой площади состоится моя встреча. Будет очень интересно и весело, так что ссылка на опрос, самая первая, в описании под этим видео. Заходим и голосуем. Я не знаю, как Саша Кэт это сделала, если честно. Как? Стоп. Так. А вот. Во, у меня получается. Ставь лайк, если хочешь поставить лайк. До встречи.